Ну и вот, смотрите, как уже говорили, что едем вдоль границы. Кто живет в Беларуси, найдите 10 отличий. Их вот абсолютно никакие разницы нету. Такие же самые деревенские, простые деревенские домики. О. Где-то какие-то обделанные, некоторые еще со ставнями, вот какая-то. Фактически никакой разницы нету между этими нашими деревнями. Это, наверное, у них клуб. Не, какой-то даже на белорусском языке написано «Батьковщина». Прикинь, реально, Батьковщина, родина.